Эту детскую площадку на улице Пожарского установили в конце прошлого года в рамках программы «Мой двор». Депутат Совета депутатов Николай Кашников вместе с сотрудниками территориального управления и представителями комбината по благоустройству проинспектировали состояние игровых элементов и приняли замечания жителей. Ну вот единственное, я говорю, что мало лавочек. Лавочек нет совсем. Да, особенно играет в теннис бабушка. Совсем лавочек не совсем правильно. Нет, лавочки все равно не хватает. Есть, но не хватает. Вот теннисные столы. Совсем малыши. Посидеть негде. Помимо лавочек, жители попросили установить в их дворе баскетбольное кольцо. В рамках движения общественной поддержки горожане выдвинули проекты, которые были поддержаны голосованием на сайте, а также главой города Дмитрием Волошиным, после чего были включены в губернаторскую программу «Мой двор». Комплексное благоустройство проводилось с учетом мнения жителей многоквартирных домов, расположенных по данным адресам. Предпочтения жителей были учтены, ну, за исключением нескольких скамеек и баскетбольного кольца, желание, которое возникло у жителей после уже возведения данной площадки. Представители комбината по благоустройству зафиксировали просьбы и в ближайшее время дадут ответ о возможности внесения изменений на данной площадке.